Приветствую, уважаемые подписчики моего канала, с вами снова я, Ирина, и если вы спросите меня, почему я так быстро начинаю, потому что я вам хочу показать этих пчелов. Это тупо какие-то кибер-котлеты. Реально какие-то кибер-спортсмены, камон. 3,5 часов почти у каждого. Вот, просто тап дает. Это нереально. Хорош. У меня тупо в прыжке даже забрал. Чего-то моего тима, вот смотрите, стапа не убивает, а меня стапа убили. Это, я не знаю, это как-то странно. Это бесит. О, не один хп. Жесть. Блин, моего тима это, конечно, идеальная им. Да, им бога, так сказать. Ну, погнали дальше. Фамас нам не хватает, поэтому мы делаем это. Так вот красиво выглядят они. Да, мне кажется, мой новый сет офигительный. Так, ждем. Никого. Обидно. Да, потратил уже 18 пуль, но так никого не нашел. Я думал, это хаешка. О, ничего себе, вот этот тапчик. Я с радостью подберу. Братанчик, куда мы лезем? Прикиньте, его сейчас хаешки заберу. Ну что, выходит, тап ставит. Нет? Найс. Мне кажется, мы играем лучше него. Может, дашь коллаж? По-братски. О, хорош, спасибо. Реально, тиммейт респект. Тиммейт мега хорош. Да. Я, кстати, попроходил квестиков. Они такие тяжелые, просто не представляете. Я их целый день проходил. Да, мне кажется, какой-то... Не знаю, Сильвер меня бы уже забрал бы. Он как-то очень тупо проворонил шанс меня, так сказать, об стенку размазать. Вот об эту. Вот так вот. Ну, понадобится мой, пожалуйста, тащи. Лешечка. Най, что творим? Играем против киберспортсменов, ну, типа... киберанскиллов. Нет, если бы у меня было 3,5 часов, я, наверное, я не знаю, я бы уже как что-то нереально играл, наверное. Лучше просто не пишет тиммейт. Не, реально, тиммейту респект. Он не такой скилловый, но он хотя бы не пишет всякую дрянь. Еще. Вот опасная там мысль. Ничего себе. Что такое? Братан! Что ты делаешь? Зачем? Очень странные какие-то вещи очень происходят. Жесть, я кибер. Как? Да блин, у челов 3,5 часов. И они не могут меня вынести. Я вообще киберранскилл, ко мне, ребята. Ну что, если вы меня не можете вынести, то кого вы можете вынести? Ой-ой-ой, 3 хп осталось. Блин, там у челу, наверное, так жалко. Что это такое, я не пойму. Боже. У челов 3 часов, я не на... Даже чел, смотрите, вышел. Он не вывез просто. Блин, обидно. Теперь нам в 2 раза меньше опыта дадут. Очень даже обидно, хочу сказать. Хорош тим. Так. Я что-то такого возьмем овака. Давайте я мить нажму. Ой-ой-ой, сори, братан.
Так. Братанчик. Лето крыса, а? Лето крыса. Лето крыса, а? Чел, такая крыса. Чел, такая крыса. Обидно, что бывают такие тупые крысы, но ладно. Реально обидно. Чисто unskill, чел. Чел, реально, осуждаю. Ну, если уж согласился, то тогда играй. Братан, не надо, иди уже. Он под тобой. Где-то на лонгу. Хорош. Пожалуйста. Блин, там секунда осталась. Как обидно. Вот просто челлендж скилл. Он тупо не вывез. И смотрите, нам какой маленький счет дают. Просто из-за того, что тот чел не вывез. Не, ну за такое мстим. Все. Ему конец. Я играю фу. Просто. Ой-ой-ой, не то взял, конечно. Не, ну по факту. Какие вантапы? Это далеко не вантап был. У чела 3,5 часов, и он такой инскил. Хорош. Нет, реально. Гуляй. Давай, инскил просто. Просто тиммейт по факту дает. Конечно, осуждаю такие слова, но для этого чела это просто жесть. На помощь, я бегу. Братанчик, бегу на помощь, бегу на помощь. Отлетай! Отлетай, вот так вот мы делаем. И давайте посмотрим, реально, сколько нам дадут минуса. Потому что такое вполне возможно. Тупо чекайте. Мы его 8-2 вынесли просто как ботинка. И смотрите, нам так мало дают, что на плюс 4. Ну это, ну блин, это нечестно. Ну на этом мы заканчиваем наш видеоролик. Всем удачи и всем пока.